Итак, всем привет, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я вам расскажу, что произошло в моей жизни в 2023 году и какие планы я придумал, планы покупок, в плане покупок. Какие планы я, для 2024 года хочу принять, какие планы. Значит, в 2023 году я купил две видеокарты. Одну видеокарту купил негодную, это RTX MCI 3070. Она оказалась негодная, подсунули мне негодную видеокарту. Это я примерно определил через 2 месяца после того, как начал ей пользоваться. Видеокарта там текстуры в играх не отображала, в некоторых, в частности, в Wolfenstein'е, Young там что-то, Young Nu, или забыл как называется, игра Wolfenstein, там она не отображала текстуры. В некоторых, даже не в некоторых местах, практически во всех местах она не отображала текстуры на первом уровне. Ну и на последующих уровнях тоже не отображала. Вот когда я это заметил, естественно, я ее вернул обратно в ДНС, в магазин ДНС. Там у меня ее приняли на диагностику, потом сдали на ремонт. Через 60 дней или через 45, я уж точно не помню. По-моему, через 45, что ли? Или через 60. Не сумели они отремонтировать эту видеокарту MCI RTX 3070 GeForce. И вернули мне деньги, 52 тысячи рублей. Значит, к этим деньгам я добавил еще какую-то сумму, несколько десятков тысяч. И за 68 тысяч рублей я купил себе новую видеокарту, нового поколения 4000-го, Polit RTX 4070 GeForce. Естественно, трехвентиляторную. Потому что двухвентиляторная. У меня и первая MCI, которую я сдал в ДНС негодную, она была трехвентиляторная. И Polit был, сейчас вот у меня Polit вот в этих компьютерах, в этом одном компьютере новом, он тоже трехвентиляторный. Хорошая видеокарта, правда тяжелая. Где-то 400 грамм весит, почти 1,5 килограмма весит эта видеокарта Polit RTX 4070. И стоит она 68 тысяч рублей. Стоила, точнее, в августе 2023 года. Сейчас в конце 2023 года, в декабре, она где-то уже порядка 76 тысяч рублей стоит, то есть подорожало на 8 тысяч рублей. Вот такие дела. Значит, это я вам рассказал, что я покупал в 2023 году. Две видеокарты RTX 3070 и RTX 4070 GeForce. Так. Ну а теперь расскажу вам планы на 2024 год, который наступает уже через 2 дня. Сегодня 29 декабря, вот 30 и 31 уже, с 31 на 1 будет Новый год, придет через 2 дня. Значит, в 2024 году я хочу себе перво-наперво купить жесткий диск. Либо на 16, либо на 18 терабайт. Он сейчас стоит где-то около 25 тысяч рублей. Но со скидками там его можно купить дешевле, используя
промокоды, используя бонусные рубли, я так думаю, тысяч за 20, за 22 тысячи его можно купить, этот жесткий диск. Почему он мне нужен? Ну, у меня уже внешний жесткий диск на 8 терабайт. Он уже весь заполнился. В новом компьютере два жестких диска стоят на 2 терабайта и на 4 терабайта. Они тоже практически заполнены под завязку. А новые видеоролики, которые я записываю на смартфоны, на экшн-камеры, на фотоаппараты, мне надо где-то хранить эти новые видеоролики, поэтому мне нужен жесткий диск. На картах памяти я не могу их хранить, эти видеоролики, потому что карты видеопамяти используются для постоянной записи новых видеороликов. Эти новые видеоролики надо с карты памяти скидывать на жесткий диск для хранения, для последующего хранения и обработки. Ну, я обрабатываю, выкладываю на YouTube, и у меня эти видеофайлы остаются, исходники хранятся на жестком диске. Вот, значит, для этих целей мне нужен диск жесткий на 16 или на 18 терабайт. Поставлю я его внутрь нового компьютера, естественно, это будет внутренний диск, потому что внешние жесткие диски еще где-то в полтора раза дороже, чем внутренние. Вот этот внутренний диск я куплю за 22-25 тысяч рублей, так я рассчитываю. Если скачок доллара, скачок курса доллара опять не произойдет, и цены на жесткие диски не вырастут, то вот где-то за 22-25 тысяч рублей я смогу купить жесткий диск. Вот это единственная моя покупка, которая неотложная. Ну и на 24-й, на конец 24-го, на начало 25-го года, 2025-го, я еще планирую купить себе блогерскую камеру с APS-C матрицы от фирмы Sony. Как-то там она называется EV1, по-моему. Sony EV1 или EV10, я уж точно не помню. Короче, стоит она где-то 65-70 тысяч рублей. Вот это вторая покупка, но она не столь важная, как жесткий диск. Поэтому, как бы, ну, это второй важности, второго разряда важности покупка. Так что не столь важная она, и она очень дорогая, поэтому на нее придется копить очень долго. 70 тысяч рублей – это все-таки большая сумма денег для меня, да и, наверное, для любого россиянина 70 тысяч рублей – это довольно большая сумма денег. Вот. Значит, подытожу, о чем я вам рассказал в этом видео. О покупке двух видеокарт RTX 3070 и RTX 4070 в 2023 году. И о планах на покупку в 2024 году нового жесткого диска внутреннего на 16 или на 18 терабайт. И о возможной покупке блогерской видеокамеры Sony EV1 или EV10. Я там точно не помню, надо уточнить, как она называется. Вот об этом я вам рассказал. Ставьте ваш королевский лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо, всем гудбай. Качество этого видео довольно высокое, так что надеюсь, вы им остались довольны. Всем пока!